я не слышу, мальчик или девочку? Девочку! А мальчика никто не хочет? Первый раз жених, чтобы говорить на девочку. Мальчика не хочет, блин. Ну, давайте сделаем так. Вот посмотрите на вот эти ползуночки. Давайте я тут за мальчика. Так. Так, вот смотри на ползуночки. Синенькие ползунки обозначают мальчик, розовые ползунки обозначают девочка. Ну, у нас свидетель отъехал, поэтому мне нужен помощник. Малыш, выходите ко мне сюда. Наташа, прошу. Ну, Наталья, как свидетель, скажешь, за девочку отдаю. А я за девочку. А вы за девочку. Итак, ребят, уважаемые гости, поможем на пеленке, распашонке нашим молодоженам. Заодно узнаем, кого бы вы хотели увидеть, мальчика, первенца, мальчика или девочку. Тот, кто хотел бы увидеть девочку, кладут денежные кипюры в розовые ползуночки. Тот, кто хотел бы увидеть мальчика, кладут денежные кипюры в синие ползуночки. Ну а тот, кто хотел бы увидеть двойню, и в розовые, и в синие. Каждому из вас, дорогие гости, подойдут персонально, поэтому оставайтесь на своих местах. Начали, прошу. Женщины, главное, не забудьте, что ваши мужья – это мужчины. Надо мальчиков рожать. Ребята, за уважение рода. За девочку, за мальчика, да. За девочки. Мальчиков мало, мальчиков надо рожать. Ты девочка, позвольте. Девочки тоже. Пророчек, разреши голову, я за мальчик прямо за кулаку. Я не знаю, не знаю. Девочки, иди дальше. Вот так. Я хочу, это тоже не важно. Я хочу, это сейчас все подойдет, товарищ. Так, Наташа, где товарищ? Товарищ! На другой стол, на другой стол-то продай. Сейчас мы с папой сидем. А можно мне? Ты не поверишь. Мальчик. Я мальчику ложу вот это, чтобы ему сюда приходило. Достойно. Это не кошка, красиво. Остальное положу, чтобы приходило. Дочь. Это девушка, да? Это девушка. Да, Наташа, да, поднимайте. Так, ну что, Дмитрий, всех обошел? Да я не помню. Так, вот сюда выкладывай, считай. Наташа, вот этот твой стул, выкладывай, считай. А нас же все пришли? Да, да, все. Все, все. Так у нее уже мальчик где-то. Да. А кто выиграл? Банан! Это приложение пойдет. Это твой. Дима, считай. Она обманывает, она не показывает никому. Я тоже не показываю. Я не буду. Пошли, крупняк. Я не покажу тебе. Ага. Скоро работаю. О! Еще. Да я не могу достать. Уважаемые гости, большинство голосов победила девочка! Итак, ну, складывайте все в одну кучку, Наташа, отдавай Дмитрию, так как он победитель. Так, Дмитрий, забирай вот это все, прилагаем. И банан забирай. Все, дай его. И, уважаемые гости, под ваши бурные аплодисменты все это мы преподносим нашим молодоженам! Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.